В прошедшее воскресенье в Славянской миссионерской церкви Вифания в Сакраменто состоялась торжественная церемония вручения одного из символов Ранчо Кордовы, ключа от города, пасторам этой евангельской общины. Как сообщил господин Скоглунг, таким образом местные власти признают значимый вклад пятидесятнической общины в деятельности города. В своей речи Дэн Скоглунг напомнил, что Вифания является самой большой славянской церковью не только в Калифорнии, но и в США. Община также ведет грандиозную миссионерскую работу, как в Южной Америке, так и в Индии, Азии, Африке и в странах СНГ. В этом году Бог нам помог, и мы смогли праздновать 25 лет нашей эмиграции здесь. На данный момент в России, на Украине и другие страны, в Европе, в Африке наши братья и сестры страдают. Но здесь, в Америке, все идет по-другому. Миссионерская церковь на Джексон-Роуд стала прибежищем тысячам иммигрантов, в разное время прибывшим в Калифорнию из республик Советского Союза и стран СНГ. На сегодняшний день церковь насчитывает более 2500 прихожан. Еще никто вас так не хвалил, ну, на земле, как похвалил мэр. В интервью «Славянскому Сакраменто» Дэн Скоглунг заметил, что несмотря на то, что территориально церковь находится в городе Сакраменто, многие из ее членов являются резидентами Ранчо Кордовы, которая насчитывает до 68 тысяч жителей. Аминь. Аминь.